Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1399. Событие дня. Евангелие от Матфея 24:14. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. За 15 октября 2019 года. Затормозите, чтобы прочитать можно было обращение. Обращение за помощью, может, и кто ответит. Вот спрашивает о семикратной молитве. Вот это она маловато, как сказать. Все было понятно, как. Я должен теперь протянуть дальше. У меня тут закрыто. Как молиться, спрашивает. А молитве много спрашивает. Это очень здорово, конечно. Но у меня заранее заготовлено все. Я открываю и посылаю. Вот так. Ну, можно сказать, здесь я все увеличу одинаково. 20. Вот так. Вот как это считается молитва семикратная. Ну, так считайте здесь. Я буду проводить. И просмотрел сегодня еще раз «Шестидневная война евреев». Ну, какие тут события-то? Сижу дома. Воды принести только. Два ведра в колонку сходить. Больше заниматься тут нечем. Целыми днями сижу в интернете. Отвечаю на вопросы. В чат-рулетку. Часто захожу, беседую, ставлю ролики. Ничего больше нету. Почему? Ничего не может быть больше. Голубям, конечно, слажу, посмотрю. Там у меня молоденькие есть голуби. Что с ними будет, не знаю, 8. Вывелись, из гнезда вылетели, но совсем еще летать не могут. А мороз начнется, они еще не оперились, они замерзнут все. Из комнаты у меня были маленькие коробки, маленькие голуби. Я приехал, уже нету. Тут друзья были, ковры постелили, и все это вынесли. В сарай. Так что нынче, может, я внутри не буду даже держать. И так уже было это все.
накормить, тут бегают чужие кошки, ну, то есть вот такое маленькое. И благословен Господь. Так что на этом все.